А ну-ка. А, они... Вот, нашел, блядь. Их, походу, в поиске нету, нахуй. Ютуб что-то дрючит. А чё их ютуб... Вот, заходим, короче, к фреглам и пишем «Боги великого рандома с вами». Пока меня нету. А потом вернетесь. Да? А сейчас посмотрим, настоящий или нет. О, пошло. Ну-ка, сейчас увидят, не? Сейчас спалим. Настоящий или фейк? Витус. На У. Ударение. По-братски. Ну, вас же я не буду нахуй посылать, блядь. В Инстаграме меня нету, это фейки лайкают ее. Наташу, честно. Вообще не в Инстаграме даже не слежу, что там происходит. Звучит сейчас твоя песня. Да. Let's go, покорить. Для тебя, спасибо тебе, дядя. Вперед! Как то
очень много крутого настроения, и, как мы обещали, для именинницы Анечки, Анечки нашей 15-летней красотки, в день рождения прозвучит песня, ребята. Песня, которая начнет весь движ. Дорогие зрители, фрагл зрители, обязательно зайдите, поинтересуйтесь, кто такой Витус. Я думаю, вам понравится. Это человек, который, у которого один спин недавно был 100 баксов, один прокрут. Витек. Он crazy. Молодец. Я его насмотрел и просто переживал. Тебе удачи. Спасибо, что зашел. От души, Витя. Ой, классно, ребята. Ну вы прям задали жару сразу же. Ну а что ж, а мы задаем жару дальше. Вперед. А я думаю, с нас еще будет, Витя, для тебя песня хорошая. Витус, Витус, ну понятно, но с рифмой ничего не поделать в песнях, ребята! Сегодня ночь запомнит соло моего тела и души, и у потертого танцпола мои ноги в жарком танце. Очень неплохо. Сейчас для нас поет Заряна. Я знаю, у нее много очень фанатов уже. Они мне тоже пишут, говорят, когда же придет уже Заряна? И вот она уже пришла. Да? Сейчас Заряна классную песню для вас поет. Я здесь, ребята. У нас есть талантливые девочки. Очень талантливые. Вот сейчас вы услышите. Ну, я спою песню не очень талантливую, но прикольную. Да, да. Главное, это настрой, 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 настрой. И заодно немножко извините, да. Извинитесь. Извинитесь. Ну что, поехали. Извините, пожалуйста. Сейчас я поеду. А давайте сейчас песенка будет для зрителей Витуса. Для Витуса была, для Витуса, извините. Была, я уже исправляюсь. Для именинницы была, а сейчас будет песенка для его зрителей от Заряны. Ничего себе. А ну, зацените. А я хочу его обнять сначала. И заодно... Нормально. Сейчас, Ребзя, будет все четенько. А он же реально даже сделал себе вот так декорацию. Смотрите, смотрите, какой онлайн. 1270. Ребята, спасибо вам за такой классный онлайн. У нас еще такого никогда не было. Витус, от души тебе благодарочка. С электричкой ты не умела обращаться с огнем.
едва ты только зачиркаешь спичкой, как загорится весь дом. Вот! Девушки бывают разные, черные, белые, красные, но всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться. Девушки бывают разные, черные, белые, красные, но всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться. Детские книжки, не одевалась на теннисный корт. Тебя совсем не любили парнишки, ты им не резала торт. Ты не ходила по вечеринкам, в углу пылился твой телефон. Не понимала свои фотоснимки и разорвала альбом. Вау! Девушки бывают разные, черные, белые, красные, но всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться. Девушки бывают разные, черные, белые, красные, но всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться. Песни! Это пожар! Нужно будет подумать рифму. Это будет интересно. Ну что, а сейчас Марлинчик нам что-то споет? Что-то повеселее. А ну давайте мы посмотрим, как Марлина поет. Познакомьтесь, это Марлина. Привет. Ее зовут Черненькая. Да? Меня вообще по-разному называют здесь. Сейчас Марлина вам выдаст. Да, Марлиночка? Алексей Юрьев, девочки, оголяйтесь. О, Павел Павлов, Витусу привет. Привет, Витусу. Всем привет, ребята. Всем лудоманам и лудоманочкам привет. Да, как он говорит, привет лудоманам и лудоманочкам. Ой, какой колорит. Витя, классная у тебя камера, картинка и офис у тебя офигенный. Мы заценили с Наташкой. Особенно ударением. Да, классно. На светлячке. Молодец, молодец, четко. Не, картинка просто бомбезная. Офис четкий у тебя, молодец. О, пишет у меня ДР через 13 минут и еще у одного из чата. Ой, прикольно, ребята, сегодня мы, значит, будем с днем рождения поздравлять вас. А что бы нет, да? Вот, итак, что у нас тут происходит? У нас тут караоке онлайн, вы можете заказать песни, ребята. В описании стрима есть ссылочка на список песен и на донейшн. Вот, пожалуйста, заказывайте, там много чего есть. Алекс пишет, пожелайте отмазки Витусу. Мы желаем Вите, чтобы у него были всегда отмазки, если он что-то там где-то замажется. Но лучше, чтобы он не замазывался, чтобы он всегда показывал, как надо. Как надо. Витёк, спасибо. Так, ну что, песенка для вас, ребята. Для... Так, песня для вас. Да, все правильно. Да я уже запуталась. Bye.
American boy, American joy, American boy for all this time. American boy, уеду с тобой, уеду с тобой, Москва, прощай. American boy, ой-ой-ой, уеду с тобой. American boy. Я простая русская девчонка, за границей сроду не была. Ты американец, ты мальчонка, увози меня и все дела. Я буду плакать и смеяться, когда усядусь в Мерседес. Приезжай поскорей со мной отец. American boy, American joy, American boy for all this time. American boy, уеду с тобой, уеду с тобой, Москва, прощай. American boy, ой-ой-ой, уеду с тобой. American boy. Уеду с тобой, уеду с тобой, Москва, прощай. American boy, ой-ой, уеду с тобой. American, American, American boy. Что это было? Обалдеть, ребята! Вот American это boy. Да! American boy! Уедет с тобой. Итак, желающие, можете заказывать песни, список песен в описании, там по ссылочке переходите и увидите, сколько песен у нас много есть, там подписано, кто что поет, вот все три вокалистки в вашем распоряжении. Все три. Да, все три, представляете? Мы поем, потому что обожаем петь, и без этого жить просто не можем. Да. Привет от Витусов, спасибо большое, привет-привет. Неплохо пишут, кажется, хорошо. Раздаваться когда будете? Раздаваться мы не раздаемся. Так, ну что, а сейчас будет классная песенка, офигенная песенка, я считаю. Это будет крутая песенка, Заряша, давай. А, ты этот, который директор заказал? Да, да, давай, это будет четкая песня. Все ее знают, и всем она нравится. А в Зарянином исполнении... Чего? Да? Да. Что, серьезно? Конечно. Конечно. А что это будет за песня? О, ну, сейчас расскажите, вы услышите. А что это за песня? Ну что это за песня? Не-не-не, сейчас вы услышите все. Я должна все знать. Сейчас вы услышите. Мне же надо же большой слушать, привет от Витуса. Витуса, ты Витуса. Что? Я что-то никак не могу, у меня никак не могу. Да ничего, я справлюсь. Марлина, приветик, ты сладкая милаша, у тебя есть молодой человек? Марлина, есть у тебя? Нет. Нет? А чего? Ну, он далеко. Он далеко? Он на другой планете. А, что, на другой планете? Да, он там застрял. А, это принц, наверное, на конях, да, на коне? Да? Нет, у него есть ракета. Ракета? Да, а, так это его. Это сын Илона Маска, который недавно родился? Ну, это неплохо, неплохо. Так, ну что, поехали жечь. Зрители... Лудоманы, лудоманы. Сейчас еще песня. Я забыла, как надо сейчас. Давай, давай, да. Дайте шуму! Woo!
была бомба песня. Сейчас будет классная песня. Кайфовая, кайфовая. Давай. Ну. Кайфовая, кайфовая. Ну что, как вам, заходит такой контент? Пойдет, скажите. Вообще музыка это хорошо. И, кстати, мне нравится у Витуса какая музыка на стриме. Такая нормальная, такой расколбас. Вот, я себе тоже попробовал в трек-лист закинул в машине ехать, но долго не могу. Долго не могу. Сильно так на светофоре. Хочется поиграть, да? Хочется сразу. Да, что-то хочется какого-то движняка. А в машине такая, ну, однообразная такая. Светофор тронулся, поехал. Ну вот, но все равно бомбезно. Ну что, ребятки, давайте закайфуем. Сейчас будет классная песенка, вы ее все знаете, она всем нравится. Ребят, если мы вам нравимся, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Оставайтесь с нами и приходите, когда у нас трансляции, ребята. Как же нам без вас-то, однако. Поехали. Классно, нам нужно побольше народу, поэтому присоединяйтесь. Фух. Открою-ка я текст. Я так напрыгалась отлично, ребят. Я думала, вы там тоже прыгаете. Да? Да, да. О, сейчас будет супер-мега-песня. Секси-песня. Да, мальчик. Да. Да. Следующий в пятницу. В пятницу будет тоже классный день. Девчонки отличные. Да, мальчик. Я на танцполе, я совсем не прячусь. Сыграем роли, управляешь мною. Мною управляй. Давай, давай, позиции меняй. Хочешь ну вот так? Или сяду вот так вот? Я хочу увидеть твой взгляд. Это очень приятно. Мне плевать на твое лобе. Мне плевать на дома и тачки. Я хочу, чтобы ты смотрел на мой стиль собачки. Марлинчик солнце, ты нам споешь что-нибудь кайфовое? О, конечно, спою. А нормально, а жарко стало, да? Конечно, а то мы тут топили-топили на да, студии. Да, о, ништяк. Классно, а ну давайте что? Послушаем Марлину. Это будет четко. Кстати, я вам сейчас покажу, какой у Марлины прикид был на прошлый стрим. Вам понравится.
Так, а колгот? Нет, это колгот этих. Штанов? Так мы купили. Марина, ну покажи, как ты с хейтерами Витуса будешь обращаться. А ну покажи. Покажи, как банить надо. Как хейтеров надо Витуса. Ну, Андрей, нет, так он показывает. Давай, просто покажи. Только я так... Давай. Да не, ты нормально ударь хейтера. Да, нужно. Стоп, снято! Блин, ну Андрей, нет, вот видите, экспериментировать не надо. Ты как-то любишь хейтеров. Я люблю? Так у тебя топор целый, ты же можешь нормально как-то разогнать его, нет? Можешь рубануть. А ну давай. А ну хейтер Витуса, ну смотри, что сейчас с тобой будет. А ну давай, только по башке мне не дай. Ну я буду... Ну давай же. Ой, ничего. Давай. Вот так. А! Скажи, а! Хейтер! Хейтер, не ходите! Не трогайте его! Не трогайте Витуса! Витуса! Хейтер, уходите! Хейтер, уходите! Я просто сценарист. Подсказчик! Ну давайте, песня от Марлины, ребят. Ну что, сегодня весело, по-моему. Кайфово. Кайфово весело. С этим топором. Будет весело или грустно? Не, сейчас я налью. А что ты сейчас поешь? Подождите. О! Подожди. Погнали в казино. Погнали в казино? Так, у нас были донаты, сейчас я прочитаю, ребята. У нас немножко оно бывает тормозит. Из-за того, что VPN русская контора, а мы... Точнее, Donation русская контора. Давайте я спою «Небось» у Савичева. Давай, поехали. У меня как раз вот минусовка рядом. Давайте. Погнали в казино. Ребзя, мы же споем, у нас контент, песня от Марлины и Натальи на ваш выбор. Сделаем, Алексей, спасибо. Хорошо. Сделаем. Сейчас сделаем. Спасибо, ребятки, спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо. Так, ну что, поехали. Ага. А можно мне текст, пожалуйста? Давай. Пожалуйста. Как называется еще не раз? Бойся. Не бойся. А я с топором буду петь. Песня от Марлины и Натальи. На ваш выбор. В лучшем виде. Поехали. Аноним, спасибо. Спасибо большое. Классно, ребята. Спасибо огромное за поддержку. Мы вместе прорвемся. Давай, Марина, поехали. Сейчас будет бомбочка песня. Давай я подержу молоток. Молоток. Витя, надо тебе тоже такой молоток. Ты видел, какая у него шуба? Зачем ему молоток? У Вити шуба и кольцо фартажопости. Так, все? А у нас это топор. Давай, Марлин. Спасибо большое. Спасибо. Ревенш. На самой большой горе хочу я с тобой стоять. Вместе там в тишине однажды с тобой пропасть. Пусть нас не найдет никто, мы птицы, мы в облаках. Ты в куртке, а я в пальто. Мечтаем в чужих дворах. Мечтаем в чужих дворах. Пешим с тобой по лужам. Бывало и похуже. До первой звезды достать. Я вместе с тобой могу в Бермудах потом пропасть. Сейчас мы с тобой живем, просто вдыхаем свет. И может быть нас вдвоем сегодня счастливее. Сегодня счастливее. Пешим с тобой по лужам. Не сдаемся, не бойся, мы прорвемся.
спасибо большое! Обалдеть! Лудосик! Спасибо большое! Спасибо! Это просто кайф, ребята! Боги рандома, спасибо! Спасибо, Витус, большое! Ребята, большое спасибо! Сейчас мы все исполним вам, это будет круто! Лудожок, короче? Лудосик, Лудосик! А, Лудосик это другой, да, парень? Да, да, надо... Наташ, сделай, пожалуйста, танец After Dark! Сделаем, After Dark! Так, ну что, поехали, поехали по донатам. Спасибо, ребята, вот это подарок хороший. Вау, вот вы просто... Лудосик, спасибо. Это чётенько. Так, там есть Bon Jovi, It's My Life. Да, сейчас и все по очереди. Вау, подписалось сколько народа, спасибо вам. Это самая большая награда для нас, ребята, вы что? Класс. Так, первый донат был. Можно Жанну Фриске? Ниже. Там нет, ниже. Это 4 минуты. Смотри, все. Там еще как много. Ого, вот, остановились на песне от Марлины и Натальи на ваш выбор. Сейчас мы выберем, что споем. Ого. Дальше там нон-стоп выше. Так, молодцы, да? Глич. Психо, спасибо. Вот сейчас это я сделаю. По-моему, он не пришел, я не видел. Масяня, 100 рублей, погнали в казино. Это было. Спасибо, Масяня. Алексей, песня от Марлины и Натальи на ваш выбор. Я поехали. Уже знаю, ты... Давайте. Ты аноним, сейчас... спасибо. Денис, знаешь, рефлекс нон-стоп. Ну, да, у кого есть рефлекс нон-стоп, давай, девчонки? Давай тогда ты, потом я. Рефлекс нон-стоп у кого есть? У меня. Отлично, сейчас следующее будет рефлекс нон-стоп. Давайте, пожалуйста, Ace of Base, Happy Nation. Есть у нас? Я не знаю, кто поет. Я не пою такую. Я тоже не пою. Роман с Эстонии. Bon Jovi, It's My Life. Будет. Третья песня. Лудосик. Go, Michael Jackson, Billy Jean. Вить, завязывай с гонкой. Первое место мое. Ха-ха-ха. Лудосик, мы зайдем и посмотрим на твой контент. И тебе песенку запилим для тебя. Спасибо тебе большое. От души. Спасибо, Лудосик. Сейчас будет тебе и Billy Jean. Будет кайфово. Ну что, ребятки, а мы сейчас для вас будем стараться. Спасибо вам за приятный вечер. За теплоту. Как сказать... Спасибо, что вы интересуетесь музыкой, искусством. Это единственное, что еще осталось. Витус и Фреглы от полного уже разрушения нашего сознания. Спасибо большое, ребят. Так, ну что, поехали? Let's go. Сердючечку споем. Так вдвоем мы должны спеть. Make it rain champagne! Make it rain champagne. Sitting on the bus stop, riding on the train, waiting on the bus stop. Gotta make it rain. Make it rain champagne. Lonely and a dancer, lost in space. No, it doesn't matter. You got a bad grade. Make it rain champagne. Dinner with your parents, out on a date. You know it doesn't matter. You're gonna make a dream. Make a rain champagne. Going to the doctor, riding on a bed. You're gonna keep on bumping. You're gonna make it pay. Make a rain champagne. Make a dream. Make a dream. Make a dream. Make a dream. All together we will make it rain. Make it rain champagne. Make it rain, make it rain. Make it rain, make it rain. Oh, ah, ah. Make it rain champagne. Make it rain champagne.
Нихуя 1700 онлайн, это вы создали? Нихуя красавчики, блядь. Ребята, наверное, кайфанули, да? Че, погнали тащить? Хватит кайфовать, нахуй. А чё?